Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня мы вместе с вами забираем BMW 530 в кузове G30. 530 в кузове G30. М-пакет, белый цвет, 2018 года машина, свеженькая. Машина у нас была в прокате, она была на Сиксте. Почему белый? Наверное, вы уже догадываетесь, потому что машина поедет в Испанию, да, в жаркие страны, и будет ездить она там. Хочу обратить внимание на номера. Мы сделали страховку на 3 месяца. В Испанию всегда, когда едет машина, рекомендую своим клиентам делать машину, регистрацию на 1 месяц, потому что в Испании, насколько вы знаете, там все маньяна, все завтра. И поэтому я всегда рекомендую делать и дольше, чтобы потом машина не стояла в гараже и не ждать. В этом случае человек сказал: Денис, сделай страховку на 3 месяца, все, что мы сделали. Сегодня приехали забирать машину, забираем ее с города Хам. Купили мы у официального дилера BMW. Под капотом 530 у нас 3-литровый 6-цилиндровый дизель. Капотное пространство достаточно чистое, машина видно, что с маленьким пробегом, здесь все как новое, наклейки видно, что особо не мыли, здесь машина новая. Кстати, ноздри черные, мы их поменяли. То есть он был в серебристом цвете. Также мы докупили вот эти диски, это не с этой машины. Когда я смотрел машину, он был совершенно в другом обличье. Вот они у нас, вот это оригинал, хром. А вот они оригинальные, зимние. То есть он стоял на зимней резине. Почему на зимней резине? У нас компания Sixt, которая... Па-бам! У нас компания Sixt, которая одевает свои машины на зимнюю резину для того, чтобы если машина ездит 2-3 года, не заморачиваться с резиной, всегда зимняя и все. То есть ей не нужно ничего делать. Диск поцарапан. Правый, передний. Резина еще в отличном состоянии. Целый. Не забитый белый. Вот плохо видно будет. Нет, здесь тоже целый диск. Целый. С этой стороны дождем залило больше. Диск целый, есть секретки. Зеркало целое, камера. И левый передний тоже целый. У нас 18 колеса, 245/45/18. Литфары, соответственно, есть пару сколов. Раз, два, три, четыре. Тут сколы. Также сколы на капоте. Правда, под водой их сейчас особо не видно. Нужно. Может быть, их больше. Отсек задний багажника немножко потертый. Но я думаю, это все не критично. Раскладываются сиденья. Треугольник на месте, аптечка. Машину можно закрыть. Но крышка багажника не электрическая. И она открывается. То есть, если я делаю вот так вот, машина открывается. И багажник тоже открывается. Но закрывать ее с руки. Комфортный вход у нас есть. Машина открывается. И машина закрывается. И снова еще раз открывается. Увидел огромный минус. Вот эту наклейку нужно попросить их переклеить. Почему ее, видать, керхером когда мыли, она слетела. Но это нужно новую клеить, потому что если ездить через границы, то в Польше могут придраться. Или когда выезжаешь. Дальше у нас была царапина по бамперу, ее покрасили снизу. Сейчас, кстати, проверим. Давайте вместе пройдем и проверим, покрасили ее или нет. А то сказать они могут много чего, а сделать... Да, нет, ее... Вот здесь была царапина. Губу покрасили, теперь все с ним замечательно. Упакованная BMW. Есть много всяких
интересных штучек. Для тех, кто не понимает, сейчас объясню, что это за штучки. У нас комфортное сиденье с функцией массажа, у нас подогревы сидений, у нас обдувы сидений, цвет обалденный сидений, электрические зеркала закрываются, открываются самостоятельно, дистроник, функция торможения, подогрев руля, большая навигация. Когда я смотрел машину, воняло куревом, то есть кто-то в салоне курил. Но дилер сказал, что сделает озоновую чистку салона, он это сделал, и в салоне уже так не воняет. Хотя, я думаю, для клиента это не проблема, так как он курит сам. Ну, вот я сейчас сел в машину, и я уже не чувствую такого прокуренного салона, как он был. Shadow Line видим, да, потолок черный, люк есть, индукционная зарядка, дисплей, шлюсы. Машина, кстати, сама паркуется. Давайте продемонстрируем. Мы сейчас пробовали, смотрите. Активирую контрброхен, нажимаем, ждем. Камбис to drive 30 секунд, машина завелась. Ждем. Включился. Теперь нужно нажать вперед-назад. Мы поедем вперед. Отличная функция. Все, стоп. Выключился. Припарковался сам. А какие переделки мы еще делали по машине? Когда я смотрел машину, у нас был прокуренный салон. Кстати, у нас просто жесть была. Это первый автомобиль, который я купил с ошибкой. Какая проблема была? Я когда пришел смотреть его, у нас горел check engine. То есть пробег у нас автомобиля, чтобы вы понимали, 25 тысяч. Как вам такое, друзья, BMW, 25 тысяч пробега. Та-дин, чек. Горит чек. Что, BMW вообще делать не умеет машины теперь? На чем нам ездить теперь? Ну где, где настоящие BMW, которые были раньше, которые ездили? Ну что они сейчас делают? Такую красивую кожу. Такой красивый, прям, смотрите, девочка красивая, классная, блин, ну так хочется на них ездить, просто бомба. Да пофиг на чек, поехали. Очень крутые машины, прям мне, блин, нравится это все, материалы. О, какой кайф здесь, кожа, строчка, тут дерево, ух. Черный потолок, люк. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Кайфовать здесь нужно от этих машин. Да хоть ты загорись, я готов тут сидеть. Просто сидеть и крутиться. Знаете, что нашел BMW? Нашли укус марды. Здесь была куница. Куница укусила провод, и это отремонтировали. Машина сейчас в полном порядке. Гарантию нам дали аж до 2023 года. Мы сейчас попытались его еще чипануть, но у нас не получилось, так как у нас нет кабеля. Давайте посмотрим, что у нас по счету. Та-дам! Кабель для чипа. Все не так тоже просто, да. Тут машина покупает, сразу же на ходу чипует, не успели уехать. Страховка стоит просто бешеных денег. 650 евро отдали за страховку трехмесячную. Но если человеку надо, то надо. 2600 евро стоили у нас комплект резины 2456. И 73 евро стоила у нас одна сторона решетки радиатора. То есть 140 евро, две решетки, 148, грубо говоря. И 2600 нетто тормоза. Итого 3095 евро мы отдали за диски с резиной. 55 500 стоила машина брута, сертификаты, страховки. Короче, мы все документы сегодня заполнили, сделали. Сейчас ребята пошли кушать в ресторан, а я для вас снимаю видео. Потому что я хотел показать вам эту машину. Само сочетание мне понравилось. Светлая машина, да, белая. Крайне редкая, то есть покупают люди. Хотя белый цвет мне лично нравится. То есть на белом цвете бы я ездил. И
коричневый салон. Коричневый салон прям как у меня он стоит. Только у меня потемнее, а здесь светлый такой. Вот. Дисплей-ключ. И один простой ключик-ракушка, как говорят. Мы сейчас сразу его переключим. Чтобы переключить, нужно пойти в iDrive меню, в язык, и потом здесь выбрать русский. Все, теперь у нас два языка, я перевел. Также научил клиента пользоваться Connection Drive, то есть консьерж сервис. Все знают, да, консьерж сервис? Если не знаете, здесь вы можете позвонить и попросить у нас сказать, например, я очень голоден, хочу есть. Можете, пожалуйста, меня отправить в хороший ресторанчик с хорошими отзывами. Она ищет вам в интернете, или он ищет вам в интернете подходящий для вас ресторан. Мы отправляли, вот нам консьерж сервис отправил нам кафе. Мы в него не поехали, потому что там... Я посмотрел в Google, то есть, если вам срочно, например, я в своем BMW пользовался часто консьерж-сервис, когда мне нужно ехать, например, в аэропорт Мюнхен, и мне лень забивать навигацию аэропорт Мюнхен, искать улицу и туда направлять. Я просто звоню туда со своего BMW, у меня в белый тоже консьерж, нажимаю, сразу звонок уйдет, он у меня был, по-моему, на 6, нажимаю на функцию 6, он сразу звонит консьерж-сервис, я говорю, уважаемый, отправь меня, пожалуйста, в аэропорт. Я уже еду в этом направлении, примерно знаю, что куда мне ехать. Он меня отправляет, приходит навигация, автоматически все включается, и навигация меня направляет в аэропорт Мюнхен. Это очень круто. И вот такие моменты он спасает. То есть ты не останавливаешься, не начинаешь там набивать себе консьерж, там, ой, там, аэропорт Мюнхен, он тебе не находит его, ты с ним борешься. Ну, короче, проще позвонить, чтобы тебя человек направил. Вот, это удобно. Или можно сделать там встречу в BMW, позвонить, сказать, соедините меня с моим дилером BMW, у меня сломалась машина, помогите мне. Так вот, мы поставили ему 20-й диск, 97Y, 275/30/20. То есть обязательно нужны были разноширокие, и он сейчас стоит на разношироких дисках. 55500, я уже говорил, стоила машина. Ну вот, в принципе, показал вам BMW 530 X-Drive. На X-Drive он с гарантией на 23-й год, на 4 года практически, да? Вот такие вот дела. Это была 530-я G-кузов на нашем канале. До новых встреч, пока!